по-моему, да, Егор? Ой, Егор задумался. Смотри, еще Егор выдыхает. Это слушай, там да, прям нога страсти. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. Здравствуйте, Герман. И еще момент такой. Сегодня на матч капитаном команды выводит Артем Нечаев. Переодевайся! То есть сегодня всей команды вспоминаем старшего, поэтому у меня много пасхалок и отсылок к памяти о нем. Сегодня я младший, номер 88, любимый номер папы, ну и капитанская повязка. В общем, очень много ответственности сегодня, чтобы память удалась, будем стараться. Главное не обосраться и найти свою футболочку. Здравствуйте. Да, подолгу. Тём, может ты? Парни, пожалуйста, давайте поищем свою футболочку. Пожалуйста, запомните, что впереди написано важнее, что у вас на спине написано. Обстучались, давайте, потому что... Для старшего это не просто были красивые слова из пацанских пабликов. Он действительно очень хотел, чтобы мы красиво играли, взаимопонимающе играли, чтобы мы друг друга видели. Поэтому давайте в память о старшем сыграем не только на результат, но и на красивую игру. Мемгал! Всем привет. Вообще, я сказал себе, что первое слово, которое я скажу здесь, это я скажу, типа, извините. Но я уже поздоровался, типа, сказал что-то, поэтому извините меня за... Я думаю, вы сами понимаете, за что. За бутылку, да. Фаду. Не зрителям адресован, это был прям вот конкретно Ждану. Но про тиктоки, которые были после спорта, я думаю, вы сами все понимаете. Не было бы тех тиктоков, не сидел бы я сейчас здесь. Важный момент, очень драматичный. Я думаю, ради этого мы еще минутку найдем в эфире. Дело в том, что сейчас, обратите внимание на эту сцену, весь в слезах Тёма Нечаев. Дело в том, что у легенды Амкала сегодня последний матч. Тёма весь в слезах. Сегодня человек, который был у основания Амкала, человек, который провел, я не знаю, мне кажется, сотни там матчей точно за Амкал, он сегодня с трофеем. Тём, давай пару слов. Что для тебя на самом деле? Для нас это шоу-матч, но что для тебя значил этот матч, который, я правильно понял, твой последний в Амкале? Да. Для меня это последний матч в Амкале. Я просто плачу от радости, что у меня была такая команда, что я был ее частью. Ну, просто понимаю, что нужно двигаться дальше. И мне просто приятно и радостно, что эти моменты были. Вот, и хочется сейчас передать все эмоции пацанам. Когда было принято это решение? Еще до игры или, может быть, оно сейчас созрело? Ну, изначально, когда сезон начинался, как бы говорился, как последний сезон. И я в целом себя настраивал, как на последний сезон. Вот, поэтому... Не хочется быть Вином Дизелем, который говорит, что это последний заезд, а потом дальше выпускает «Форсаж 9». Ну, вот. Нам бы хотелось такого. Спасибо. Но мы же не прощаемся, мы будем видеться в новых апостасях. Я вот жду, когда ты уйдешь с Матч ТВ, и мы с тобой откроем новый проект. Не дождешься, сучка. А скажи, пожалуйста, какой самый крутой момент за эти... Герман, сколько лет? Сколько лет провел? 3,5 года. Самый крутой эпизод какой был? Ну, каждый эпизод очень приятный. Каждый эпизод очень приятный. Любой момент, любая передача, любая ошибка. Все приятно. Тебе сегодня понравился этот формат? Потому что такого, по-моему, никогда с Амкалом не было. Для тебя. Мне кажется, как Амкал начинался, для меня большой какой-то веселой непонятной шуткой. Также матч этот был квинтэссенцией большой непонятной шуткой для всех зрителей, которые сегодня это увидели. Нечай! Легенда Амкала! Красавец, поздравляем Тёму, ну как поздравляем, нам-то грустно вместе с ним, но... Спасибо большое, что ты стал, Тарас, тебе подарок. Амкал сегодня? Да. Спасибо большое. Спасибо.
Я ставлю корпус. Подача! И нет, подачи нет. Это игра рукой. Показывает на 11-метровый. Пацаны! Ну и, собственно говоря, вы понимаете, кто пойдет бить этот 11-метровый удар. Но вначале давайте посмотрим повторы с нескольких камер, дабы точно убедиться в том, что рука была. И это действительно так. Ну и как на установке сказал Иваныч, пробивать этот 11-метровый удар будет Артем Нечаев. Тём, ты будешь бить? Чего мы так боимся, ты, блядь? Ты хочешь меня отговорить от этого? Ну да, плохая затея. Не знаю. А то пацаны расстроятся. А ты расстроишься? Я? Блядь, ты чуть-чуть есть только. Братан, на линии стоишь. Тём, стой. Давай, до удара стоим. Давай, родной, вытащи. Кость, не вбегай, Кость. Стоим, все, стоим, стоим, стоим! Ну, с этой стороны фору играл. Забьет. Да! Накинулись на Тему и все, не оставили его в покое. Тема смог праздновать гол так, как он действительно хотел. Он посвятил этот гол папе, сделал трехочковый бросок в сторону неба. Это моей семьи. Да, спасибо. От души. Помню, спасибо большое. Внучка моя. Да. Готово, блядь? Давай. Нет, ты держи, я сам ударю. А там, а я! Нормально все? Парни, угощайте спицы. Слушай, мы второй раз уже пишем вот эту вот интереснейшую рубрику. Да. Я второй раз перед матчем думаю, ух, сегодня я нашучусь. И, блядь, выходишь и забываешь нахер этот микрофон. Да я уверен, что, как обычно, у тебя просто все вылетело. Тебе спасибо. Может быть, блядь. Спасибо, что привез нас сюда. Это было отлично, я считаю. Последний выезд, там кала. Бля, сердечки, очень круто. Микрофон на поле. Респект. Сил особо нету, поэтому просто посмотри. Главное, я выжил, главное, я выжил. Мужики, блядь. Всем спасибо, мужики, сисканы, супер, все. От души. Аплодирую вам.